Американские спецслужбы готовят провокацию с химоружием в Сирии. Глава сирийских правозащитников Федеральное агентство новостей Слеж Бейрут, 16 июня. Власти США поручили спецслужбам подготовить провокацию с применением химического оружия в районе Ат-Танф. Об этом заявил глава сирийской сети НПО по правам человека Ахмад Кадим. Он заявил, что существует высокая вероятность, что отравляющие средства будут применены для того, чтобы окончательно рассорить курдов с сирийским правительством. Кадим также отметил, что для провокации будут использованы курдские женщины и дети. Сейчас в Ат-Танфе идет подготовка спецслужбами США в координации с боевиками, и ИК-1 запрещена в России, в районе провокации идентичной той, что была в доме. И для инсценировки готовят курдов, женщин и детей, сказал Кадим. Кроме того, глава сирийских правозащитников отметил высокую вероятность того, что американские спецслужбы пойдут на этот шаг. Это готовит СС. Целью столкнуть курдов и сирийскую армию и с целью удара по Сирии, который готовится заранее, сказал он. Ранее представители РФ в Дамаске зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. 1. Организация запрещена на территории РФ.